Друзья, сегодня у нас было много поводов для того, чтобы собраться на такой замечательной музыкальной встрече. И помимо наступающего завтра дня памяти Бориса Петровича Юргенсона, еще вот буквально на днях у нас состоялось три больших музыкальных юбилея. О юбилее Александра Сергеевича Пушкина уже Анастасия Борисовна упомянула. А еще хотелось бы упомянуть, что вот то также на днях 1 июня весь мир без преувеличения отмечал большой юбилей 215-летие со дня рождения первого профессионального русского композитора, всеми нами любимого Михаила Ивановича Глинки. Наверняка все слышали и фрагменты из «Руслана и Людмилы», из «Ивана Сусанина. Жизни за царя». Также всем знакомый «Вальс фантазия» и «Арагонская охота». И, наверное, многие слышали и следующее произведение из программы нашего концерта. Все уже догадались, что это произведение авторства Михаила Ивановича Глинки. Знаменитый ноктюрн с программным названием «Разлука» для виолончели и фортепиано. Итак, Глинка, ноктюрн, «Разлука».